Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит чисто информационный характер. Хочу сразу сказать, я никого не зазываю, не призываю к каким-либо действиям. Я просто делюсь с вами информацией. Услышали, так? Теперь к проекту. Несколько дней назад я зашла в проект, называется «Нанобит». Значит, у меня загружено на канале видео моего вышестоящего спонсора. Она зашла 6 января. Значит, на январь. Вот 6 января она вот на этот стол. Она сюда занесла 2 доллара. Уже проверила его на вывод. Без приглашений. Она, ну, у нее там были рефералы, но не активные. Значит, и она уже отсюда вывела 100 долларов. Ну, 96. 4 доллара она оставила на февральский. Ну, так, я назову это столами. На январский, как бы, стол. Это, ой, на февральский стол. Значит, дело в том, что я хочу зайти на февральский, ну, вот, на февраль. Значит, старт будет у нас через 7 дней. Стартанет этот стол февральский. Но дело в том, что мимо январского не пройти. Я, значит, сюда закинула 2 доллара. Купила позицию за 1 доллар. А 1 доллар, как видим, у меня на балансе. Система сама спишет этот доллар. И уже, как бы, купит позицию. За 1 доллар я сама себе купила позицию, как бы активировала. А 1 доллар уже, как бы, система сама активирует позицию. Значит, а на февраль нужно, чтобы попасть, закинуть, значит, выходит 4 доллара. За 2 доллара я куплю, как бы, сама себе позицию. И на другие 2 доллара система сама купит позицию. Так? Значит, здесь партнеры. У меня 5 партнеров уже. 2 из них активных. Есть такой вот, она создала, моя спонсор, мини-чат. Там можно общаться. Но администратора там нет. Ну, чисто так, чтобы не работать в одиночку. Так, далее. Я хочу пополнить сегодня баланс на 4 доллара, чтобы быть готовы к старту. Так, значит, вот моя позиция, биопозицион, нет, не то, мои позиции. Вот я, 22632. Ну, мимо январского стола не пройдешь, потому что нужно, естественно, сначала зайти на январский стол, чтобы попасть на февраль, так как, чтобы подталкивать, как бы, очередь. Ну, извините, это онлайн-бизнес, и без этого никуда. Значит, и что? АДД фунт. Вот, нажимаю. Я буду пополнять с Payeer кошелек. Кошелька можно с биткоина пополнять и Payeer. Две платежные системы. Но вывод здесь идет только на биткоин кошелек. Так, я нажимаю. Так, вставляю 4. Выбираю платежную систему Payeer и пополню баланс. Так, перебрасывать на платежную систему. Значит, 4.20 центов комиссия. И дальше по накатанной. Все, я пополнила баланс на 4 доллара. Значит, вот здесь сразу у нас находится партнерская ссылочка. Значит, 1 доллар у меня спишут на январь и 4 доллара у меня на февраль, как бы, на февральский стол. Далее, что здесь? Еще вам показать. Есть группа ВКонтакте. Вот здесь можно на ссылочку нажать. Попадете в группу ВКонтакте. Ой, ВКонтакте, на Facebook. Уже заговариваюсь. Вот. Тут вот что-то мне вот не видно старт. Ну, через 7 дней, как бы. Так, далее, возвращаюсь. Давайте я переведу на русский.
Так, партнерская программа, добавить средства. И вот далее, вот когда будет старт, купить позицию. И обращаю ваше внимание, кто будет, если проект понравится и захочет зайти, да, значит, покупаем сюда число позиций, выбираем. Здесь пока вот бронзовый стоит. И на скорость, по ходу мы будем нажимать на скорость. Понимаете, кто быстрее нажмет, тот будет впереди. Вот. Желательно побыстрее как бы это все сделать и как бы купить позицию. Значит, таким вот образом. Ну, здесь моя позиция. Я вам показывала. Значит, на очереди. Здесь как бы идет очереди, да? Вот. Ну, здесь отправить вывод средств. Вывод, как я сказала, только на биткоин. Это сделали бы хотя бы на пэйр. Было бы вообще замечательно. Ну, здесь вот история транзакций. Значит, я сначала пополнила вот на $2. Так, закупочная позиция. Вот я за $1. И еще я вот пополнила на $4 на февраль. Вот такой вот проект. Кому интересно, смотрите сами. В принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Что могла, рассказала. До новых встреч.